Доброе утро. Сейчас 7 утра. Меня судьба занесла в Одессу, в прекрасный город. Я, честно скажу, я уже не могу дождаться того момента, когда я открою свой гостиничный номер. Посмотрю, где же я буду жить. Ну, и номер гостиницы выбирали организаторы поездки, так что они сейчас за мной придут, повезут меня машиной в гостиницу. Так, долгожданный момент. У меня 415 номер. Где он? В правильном ли направлении я пошла? 411, наверное, в другую сторону. Так, очень красивая гостиница. Наверное, я не в ту сторону пошла. Мне надо было налево, а я, как всегда, как порядочная, направо хожу. 414, 16, где же 15? А, вот он, в самом уголочке. Ну что, Леночка, посмотрим. Так, как он тут уже открыто. Заходим. Вау, ребята, очень красиво. Мало того, что... Ой, как же карточка эта интересна. Она же должна как-то держаться здесь. А, вот она. Нет, наверное, неправильно. Наверное, как-то... Вот так, наверное, как-то, не знаю. Или так. Не знаю, как свет работает. О, все, работает. Видите, вот такая вот держалка. Карточку вставили, и все работает. Так, ну, наверное, я закроюсь. На всякий случай, чтобы меня никто не украл. Хотя я понимаю, что когда ключ внутри, то с внешней стороны... Никто не зайдет. Посмотрите, какая красота. Шикарный шкаф. Ух ты, тапочки есть, все как положено. И вот такой огромный номер. Столик. Так, столик. Я сразу сняла сумку. Так. Ага, вот. Я даже вижу там холодильник интересный. Прозрачной стеночкой, всякие даже шоколадки какие-то есть, водичка. Самое главное, что есть минералка. Так, окошко. Ну, вид, конечно, не очень из этого окошка на одесский дворик. Да, такой одесский дворик. Хотя, не знаю, мне нравится такое. Мне нравится. Ну, ребята, я, честно говоря, не ожидала, что я буду одна жить в таком шикарном номере, потому что вот получается как бы такая студия, да, такой шикарный вот вход во вторую комнату, я бы сказала, здесь вот видите, какая огромная широкая кровать, матрас изумительный, светильники какие красивые, чудо просто, мне очень нравится. А это я выключила наоборот. Вот, выключила. Теперь включила. Слушайте, просто чудо. Плазма висит. А я в зеркале, еще в куртке даже не разделась. И шикарная ванная. Боже мой, как это все красиво. Вот оно как. Пожалуйста. И биде, и унитаз, и шикарная душевая кабина. Просто настолько все аккуратно, вот оно, настолько все чисто, аккуратно, потрясающе. Нет, это, конечно, очень все красиво, такие именно европейские стандарты, очень красиво. Вот и я такая вся красивая. Ну что, мне через, ну вот тут я вижу наборчик, как обычно, да, я пока без очков. Ну, тут, наверное, там шампунь, мылка. Мне скоро выходить. У меня только час времени на сборы. Поэтому я на этом заканчиваю свою трансляцию. Буду собираться.